Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарано Дайам Гопи Джану Самаюктам Бинда Банам Манухарам Ванча калпатару ашчаке пасинду бхавашу Патитананг павуне бхавашна бибхьо намо намаха Мукан кароти вача ланг пангунг ланг хайта гирим Ятки патам ханг банди парама нанду мадавам Бриндавай тулсиде байпияви кешва сача Шна бхакти паде деви сатва ваттвай намо намаха Нараяна намаскритта нарам чайва нараттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудире Санкиртане кришна катхо падеш Гаурия патрашо пракасане ча Садануракта гуру бхакти юкта Бхакти Прамодакша Джагод Варуна Дхейям Сада Парибхавагна Бхавишта Духам Тетас Падам Сива Виренчанутам Сараньям Витатихам Панутапалли Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Савиндам Ят Пада Паллаванаха Чандамани Чатая Бхишпуриджита кимапикабодушу адарши Пурунану рагарасу сагару сарамурти Сарадхикамай када кипам каруш Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Адвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Адвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аджануламбита бхужау канака бодату Шанкиртанай капитару камала шатакшау Вишамбару дижавару джугадхарма палау Банде жагат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дивья Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавануруппенна сада наранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара бивуши тобам бхагам Нараяно прияманангу мада парам Варанаси пурапати бхажави шанатам Ваги саджушо бадани Лакшми джасса ча бхакшаси Джасьясти хидай самбид Твам нишинга махам бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе.
Evam prakriti vaichitrat bhiddate matayo ninam param parjena ke sanchit pasand matayo apare. Evam prakriti vaichitrat bhiddate matayo ninam. Evam prakriti vaichitrat bhiddate matayo ninam param parjena ke sanchit pasand matayo apare. Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada. Гаудия Гоштхипати, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, Парамахамса Джагадгуру сказал, возвышенные личности нашего общества становятся мишенью для обычных людей. Они стремятся соперничать, сражаться с ними. Шрила Прабхупад сказал, что по-настоящему возвышенные личности нашего общества, те, кто хотят по-настоящему служить другим, принести благо другим, подвергаются нападкам общественности. Если мы знамениты, и если мы действительно занимаем возвышенное положение, мы, естественно, привлекаем внимание окружающих, в том числе тех, кто может завидовать нам. Это неизбежно. Естественным образом, те, кто являются выдающимися личности, естественным образом привлекают внимание завистников. Именно поэтому Бхагаван Шри Кришна дает нам замечательный пример в разговоре с Уддавой Махараджем. Думаю, что во время Картики мы уже говорили об этом. Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве: однажды маленькая птичка нашла кусок мяса, подобрала его с земли и улетела в уединенное место, где никто не мог найти ее. Между тем, стервятники, которые летали поблизости, поняли, что этой птичке мясо, и начали нападать на нее. Птичка не понимала, в чем дело, ведь я не сделала ничего, за что на меня можно было бы нападать. Она так сильно испугалась, что выронила этот кусок. Мясо упало. И как только это произошло, она поняла, что она увидела, что все, кто пытались убить ее, полетели за ним, за этим куском мяса. Она подумала: о, значит, им была нужна не я. Им нужно было это мясо. В нашем обществе, даже в духовном обществе, если вы становитесь знамениты, получаете какую-то лапху, пуджу, пратиштху, вы вынуждены столкнуться с противостоянием, с нападками. Даже Бхактивинод Такур, Бхакти Сиддханта Сарасвати Такур и даже Кешава Госвами Махарадж, все они прошли через это. Что же говорить о Рамануджа Ачарье? Если вы хотите произвести эволюцию в обществе,
хотите принести какое-то благо ему, естественно, вы привлекаете внимание окружающих, которые нападают на вас, которые могут нападать на вас. Сегодня я начал с этой шлоки. Из-за разнообразия природы джив, все мы обладаем разной природой. Каждый из нас обладает индивидуальной природой. Все мы отличаемся друг от друга. Это естественно. Поэтому наши мнения различаются. Я думаю одним образом, вы думаете другим. В связи с этим в Махабхарате говорится, что нет ни одного мудреца, которая, то есть абсолютно каждый мудрец отличается мышлением от остальных, мудрецов. Разнообразие естественно, многообразие. Разнообразие естественно и неизбежно. Даже если вы, если у вас есть брат-близнец, вы будете отличаться от своего брата. Будете отличаться друг от друга. В особенности это также применимо к баджану. Прабхупад, к примеру, может рассказывать, рассказывал замечательную ситханту, но одни из его учеников следовали в точности, такие его выдающиеся ученики, как Шрила Сриддхар Госвами Махарадж, Шрила Кешава Госвами Махарадж, они не на миллиметр не отступали от его наставлений. Но были и те, кто уклонились. Возможно, всего на 30% или 20%. Но это произошло. Таким образом, кто-то в точности следует Шраутапанхе, то есть наставлениям предшествующих учителей, а кто-то нет. И именно поэтому возникают разного вида проблемы. Из-за уклонения от наставлений предшествующих ачарий. Если вы разумные, если вы обладаете милостью Гуру Варги, вы естественным образом увидите, что распознаете обманщика, вы посмотрите, будь он ачарий, вы взгляните на него и сразу же поймете, что он не следует, наставлениям Гуру Варги. Поэтому вчера я и говорил One thing very important.
А очень важном моменте. Какова значимость гуру парампары? И вы должны помнить о том, что я сказал вчера. Какова важность гуру парампары? Ее смысл заключается в том, что я проповедую то же знание, то же учение, что проповедовал Чайтанья Махапрабху. Мы следуем Бхагавата Парампаре. И Бхагавата Парампара более важна, чем мантра Парампара. Недавно я рассказывал в Девананда Гаудия Матхе, что мантра Парампара включена в Гуру Парампару. Если в ней не присутствует прерываний, если же все-таки они случаются, то их возмещает Бхагавата Парампара. Но не нужно думать, что мантра Парампара не является Бхагавата Парампарой. Естественно, мантра Парампара является Бхагавата Парампарой. Бхагавата Парампара — это не мантра Парампара. Тем не менее, мантра Парампара определенно является Бхагавата Парампарой. Потому что откуда исходит мантра Парампара? От Бхагаваты. Если нет Бхагаваты, какой смысл? Какой смысл в ней? Итак, мы хотим получить истинное учение Чайтанья Махапрабху в неизмененной форме. Поэтому мы и нуждаемся в Бхагавата Парампаре, в Гуру Парампаре. Если один из гуру уклонился от пути, естественно, он лишается силы и энергии Гуру Парампары. Я не шучу. Вы можете увидеть это в жизни. Возможно, такие личности будут продолжать ставить тилак и четки будут в руках, но силы они будут лишены, поскольку сила, как огонь, приходит через Гуру Парампару при условии, что мы следуем ей в точности. В связи с этим возникает вопрос. Чайтанья Махапрабху обучал нас многим вещам. Многому Чайтанья Махапрабху хотел нас обучить. Но если мы напрямую захотим от него, точнее, познать это знание, то, что он принес, мы не сможем этого сделать. Ведь все деяния Чайтанья Махапрабху находятся вне зоны нашего понимания, недосягаемы для нас. Таким образом, лишь через Гуру Парампару мы сможем познать деяния Махапрабху. Почему в определенной ситуации он сказал именно это? Почему он поступил именно так? Я могу привести пару примеров. К примеру, во время Гундича Мандира Марджанам, когда происходило очищение храма, произошла одна лила, о которой мы уже говорили ранее. Махапрабху сказал Сваруп Госаю, твой Гория, то есть тот, кто находится под твоим руководством, вот не очень хорошо выполняет служение.
Но встает вопрос, почему там было так много преданных, а почему Махапрабху обратился именно к Сварупа Госвами и сказал, что вот твой человек плохо совершает служение. Напрямую мы, просто глядя на описание лилы, мы не можем понять, почему он сделал это. Но Гуру Варга открывает нам значение его поступка. Он обратился к Сварупа Госвами, потому что Сварупа Госвами является тем, кто присматривал за все общество Гаудия Вайшнавов. Через эту лилу он указывает нам на это. Он тот, кто управляет всем обществом Гаудия Вайшнавов. Сами бы не смогли этого понять. Почему бы, зачем Махапрабху очищал храм? Ведь он сам Бхагаван. Зачем ему было самому мыть храм? Потому что он на своем собственном примере показывал нам необходимость этого процесса. Итак, существует множество примеров, с помощью которых мы сможем понять нашу зависимость, нашу зависимость от Гуру Парампары. Если мы откажемся от Гуру Парампары и захотим познать Махапрабху напрямую, мы не сможем постичь, понять его игры. Поэтому я и объясняю, насколько важна Парампара. В шастрах описаны четыре изначальные сампрадая. Мадхава Ачарья, Мадхава Сампрадая, Шри Сампрадая Рамануджа Ачарья, Нимбарка Ачарья и Вишну Свами. Рудра Сампрадая, Санак Сампрадая, Брама, Мадхава Гауди Сампрадая. То есть каждый из этих четырех сампрадая основал свою сампрадаю, которая является подлинной. И сегодня мы хотим поговорить о величие Рамануджа Ачарья. Мы так удачливы, что у нас есть такой возвышенный Ачарья. Такие возвышенные Ачарья, которых назначил, привел этот мир сам Господь. Рамануджа Ачарья, Мадхава Ачарья. В действительности, Рамануджа Ачарья родился в одном месте в Южной Индии. Отца звали Кешав Ачарья, и маму звали Канти Мати. Они были очень сильны в духовном плане. Когда родился Рамануджа Ачарья, лишь взглянув на него, люди были поражены. Он родился очень крупным. Брат мамы Рамануджа Ачарья, узнав о рождении мальчика, сразу же прибыл в дом сестры. И увидев его, он сделал заключение, что мальчик необычный. Шалья Пурна, так звали брата матери Рамануджа Ачарья, был необыкновенный человек. Он был учеником Ямануджа Ачарья.
Он был главным учеником Ямуна-ачарья. Великим преданным. И так взглянув на Рамануджачарью, он понял, что это необыкновенный человек. Я думаю, что он — это Лакшман. Он явился по милости Ананта-дева, который наделил его могуществом. Поэтому Рамануджачарьи назвали Лакшман-деши. Подрастая, он проявлял необыкновенные качества. Очень быстро он завершил обучение, он постиг все науки. Закончил школу. И для дальнейшего обучения он настало время обратиться к одному из ачарий. Отец и мать Рамануджачарьи хотели женить его. В то время этим занимались родители, и, как правило, женитьба осуществлялась рано. Итак, они организовали свадьбу, но это было... Фиктивный брак, имеется в виду, что не было глубоких взаимоотношений с Рамануджачарьей, с его женой. Затем Рамануджачарья решил начать изучать Веданту. В то время был знаменитым ачарьей Веданты. В то время под Ведантой подразумевали майявадское понимание Веданты. И в то время был знаменит Ядава Ачарья, который являлся майяваде, и Рамануджачарья обращался за обучением к нему. В то время для того, чтобы постигать Веданту, необходимо было жить в ашраме гуру, совершать ему служение и учить, обучаться. В то время дочь царя Мадурая была атакована, то есть в нее вселился дух привидения. Накануне ее свадьбы. Если бы об этом кто-то узнал, то никто бы, то есть не нашелся бы жених, который на ней никто бы не женился. Поэтому обратились к Ядава Ачарья за помощью, чтобы он изгнал это привидение, этого духа. Ядава Ачарья знал мантры. Он прибыл во дворец, начал произносить мантру, и из этого привидение пришло в гнев. Настолько разгневалась, что захотел убить Ядва-ачарью. Привидение закричало: «Кто ты такой? Я убью тебя!» В прошлой жизни... И привидение сказал, указывая на Ядва-ачарью, в прошлой жизни он был змеей, но по благой удаче каким-то образом он поел вайшнава учиштхи, остатки пищи великого преданного. И поэтому сейчас он принял рождение как браман.
Но как же изгнать тебя? Если ты принесешь мне воду с лотосных стоп твоего ученика Рамануджа Ачарьи, таким образом дочь царя будет исцелена. Итак, однажды Лакшман Деши массировал тело, делал массаж Ядава Ачарьи. И между тем один из учеников спросил значение слова «капья-васанам». Спросил значение этого стиха. Ядавачарья между тем стал отвечать, что это слово переводится как задняя часть обезьяны, что глаза Господа сравниваются с цветом задней части обезьяны. Услышав это, Лакшман Деши был поражен. Ему было очень больно слышать это. Из его глаз покатились слезы. Говорится, что когда мы из-за счастья плачем, слезы холодные, а когда мы из-за боли плачем, слезы горячие, и слезы с щек Лакшман Деши упали на спину Ямуначарьи. И тот спросил, что случилось, почему ты плачешь? И Лакшман Деши сказал: вы считаете, что глаза моего Господа подобны заду обезьяны, цвету зада обезьяны? Так сказано в шастрах, это сказал сам Шанкарачарья. Ты что, хочешь оспорить его? From water, well, river, sun.
Солнце вбирает, пьет воду из водоемов и колодцев. So this way the meaning coming is very good. Lakshman Deshi wanted to say, Gurudev, if you can mean this way, that Lakshman Deshi таким образом указал на истинное значение этих слов. Когда солнце, на раскаленном солнце, солнце выбирает в себя воду, то есть таким образом, можно сказать, пьет воду из водоемов, в это время создается красное свечение, алеет солнце. Лотос раскрывается, когда лотос полностью открыт, раскрывается благодаря солнечному свету. Именно с таким лотосом можно сравнить прекрасные глаза Господа. Услышав такое объяснение этого стиха, Ядавачарья был разгневан. Он понял, что в будущем этот мальчик станет главным врагом нашей сампрадаи. Он почувствовал опасность и понял, что нужно разрешить эту проблему, либо убить его, либо сделать что-то подобное. Самым простым способом будет убить его и тем самым заставить его замолчать навсегда. Как мы знаем, Лакшман Деши никогда не хотел никого оскорбить. Тем не менее, Ядавачарья постоянно испытывал это чувство. Ему казалось, что он постоянно, что Лакшман Деши превосходит его, что он побеждает его в вопросах философии. И он укрепился в этой мысли убить его, но нужно было сделать это втайне. В противном случае его начали бы критиковать окружающие. И он принял решение в Аллахабаде, там, где сливаются три священные реки. Во время паломничества, когда мы будем идти по лесу, в то время необходимо было путешествовать пешком. И когда они отправились в паломничество в Аллахабад вместе со всеми учениками, Ядавачарья шли группой по лесу. И он думал создать ситуацию так, чтобы в процессе их путешествия After that, what happens? He's going to speak of that time Ramanujaji was backside. There was torrential rain, and Ядавачарья was feeling big problem. Так, когда они шли по лесу, начался ливень. Ямуджачарья
Лакшмандеша шел в конце, Говинда, его брат, шел посреди, и как раз тогда Ядавачарья задумывал убить Лакшмандеша, но Говинда знал об этом и предупредил Лакшмандеша. Поэтому лучше тебе уйти, спрятаться, убежать. И Лакшмандеша побежал в другом направлении. Когда они остановились, и Ядавачарья увидел Говинду, он спросил, почему ты так долго. У меня болит нога, поэтому я шел медленно. Где Лакшмандеша? Я не знаю. Ядавачарья подумал, наверняка его съели дикие звери. И порадовался. Но между тем Лакшмандеша бежал, как сумасшедший, очень быстро, и добежал до дома охотников. Мужчины и женщины, они относились к низшей касте. В лесу не было никого, только вот эти двое охотников. Он подумал, что нет другого выхода, кроме как пойти с ними. Точнее, он не до дома их дошел, а просто встретил их в лесу. Они пошли дальше, и между тем они решили отдохнуть под деревом. Жена охотника захотела пить. Охотник спросил Лакшмандеша, «Ты знаешь где-нибудь, где есть колодец поблизости?» «Нет, я не знаю, но я пойду поищу». И в конце концов Лакшмандеша отыскал воду, но не во что было ее набрать, но так как Лакшмандеша был крупного телосложения, он смог принести достаточно воды в ладонях. Три раза он так ходил и напоил жену охотника. Но в последний раз, когда он вернулся, он уже не мог отыскать их. Их там не было. А точнее, он напоил эту жену охотника, а потом чем-то занялся и увидел, что их больше нет. Они пропали. Лакшмандеша начал кричать. А, точнее, он услышал какие-то звуки. Он оказался... О Бхарадвадж Ачарьи. Он поразился, как это возможно. Я только что был посреди джунглей в лесу. Так однажды произошло в дальнейшем, когда Рамануджа Ачарья был в Пуре. И посреди ночи он каким-то образом перенесся за 600 километров оттуда. В Курмакшетру, которая находится на большом расстоянии. Тогда Рамануджа Ачарья понял, что Джаганнат хочет, чтобы я установил божество. Ядавачарья
Oh, you are here. I thought you already died there in forest. And you can come to teach, take lesson to me. I can take special care to you. Lakshmana Desi was very clear. Yes, yes, surely. I am coming to take lesson. Where I can go? Actually, not going. Follow. This way, he wanted to kill. But one thing I forgot to tell, from very small boyhood, Когда Рамачарья Лакшмандеши был маленьким, он всегда с большим почтением относился к вайшнавам. Когда он видел их, он всегда предлагал поклоны, касался их стоп и старался угостить их просадом. Когда ему было 5-6 лет, он уже в таком возрасте приглашал вайшнавов в свой дом, массировал их стопы. Канчипурна был одним из учеников Ямуна-ачарьи. Но он относился к низкой касте. Ну, даже Харидас Такур относился к низкой касте. Таким образом, это говорит о том, что это не имеет большого значения. Если сейчас мы пойдем к тем, кто следует Рамануджи Ачарье, мы увидим, что они очень гордятся своим брахманическим происхождением. Но Тируппан Альвар по происхождению был чанданом, чандалом. Это самая низкая каста. То есть этот преданный нашел Ранганатха в лесу, относился к низшей касте. То есть они, Рамануджи Ачарьи, несмотря на то, что последователи Рамануджи Сампрадайи провозглашают главенство браманов, но один из их ачарий был из очень низкой, из самой низкой касты. Шатакоп был с рождения, его тело было искривлено, тем не менее он был инкарнацией Вишабха Дева, Вишваксена. Он жил под большим деревом, и если кто-то приносил ему просад, он вкушал, если не приносил, он постился. Как это было с Джатабхаратой. Никто не мог понять Джатабхарата, что Джатабхарата великий преданный. И также был с этим преданным. Он постоянно совершал баджан. Лакшмандеши любил Рамануджи Ачарью, Ямуну Ачарью. After prasadam is over, you take rest a little bit. Then Kanchipurna is going to take rest, and Lakshman Desi want to massage the leg. Lakshman Desi постоянно приглашал Kanchipurna в свой дом. Он принять прасад, и когда он заканчивал прасад, Лакшман Деша пытался помассировать его стопы, но тот всегда отказывался. Я принадлежу к очень низкой касте.
ты не должен этого делать. Но Лакшман Деша говорил, вайшнавы чисты. Неважно, из какой семьи они. Как Тирупан Альвар был чандалом. Чандалом. Однажды Лакшман Деша попросил его, пожалуйста, дай мне мантру. Я хочу совершать баджан. О, я не могу дать тебе мантру. Ты из очень... Ты из семьи... Из брахманической семьи. Но Лакшман Деша продолжал настаивать. Он просил... Но тот, в конце концов, сказал, у меня есть духовный брат, который для тебя будет замечательным гуру. Ой, где же он? Он живет там-то. И Лакшман Деша пришел к нему и попросил о дикше. Тот согласился, и таким образом Лакшман Деша получил инициацию в соответствии системе панчаратрикой. Особенность системы панчаратрика заключается в том, что если человек следует ей, он может любые недостатки в очень скором времени исправить. Kanchipuram, one city, one not city and village. Village come city. And there. Both Gurudev and Lakshman Desik. Because by that time Lakshman Desik was already married. В то время Лакшман Деша был уже женат. Lakshman Desik and the wife of Lakshman Desik is Jamamba. Жену звали Jamamba. Wife of Lakshman Desik is Jamamba. She was very much in favor of karma kanda. Она следовала карма канде с мартом. Она совсем не была склонна к преданному служению. Полностью противоположное умонастроение у нее было. Но Лакшман Деша был вынужден жениться на ней по наставлению отца и матери. Во Вриндаване есть один большой колодец, и многие люди со всей округи приходят к нему за водой. Также его жена носила воду из колодца, и в то же время она там встретилась с женой духовного учителя Лакшман Деша. Случилось так, что вода из ведра жены духовного учителя Лакшман Деши попала в ведро жены Лакшман Деши. Она так сильно разгневалась, что начала оскорблять ее. Когда та вернулась домой, она все рассказала своему мужу. «Давай сегодня же покинем это место, чтобы в будущем подобного не произошло». Они собрались и ушли из этого места. Лакшман Деша ничего не знала о произошедшем. Without information,
Лакшми даже удивился, почему Гурудев так быстро покинул, деревню. Местные жители впоследствии рассказали. Он понял, что было совершено огромное оскорбление. Я должен припасть к лотосным стопам своего Гурудева. Если моя жена совершила ошибку, я тоже причастен к этому. Он замолился Господу. И между тем к ним в дом пришел бедный браман. Он обратился к жене Лакшмандеше, Джамамбе. «Я очень голоден, пожалуйста, дай мне чуть-чуть хлеба». Но та была так зла, что прогнала его. «Но я очень голоден, пожалуйста». То есть она была настолько безжалостна. Браман заплакал, ушел. Но по пути встретился с Лакшмандеше. Тот спросил, почему ты плачешь? «О, я зашел в тот дом и попросил чуть-чуть чапати, хлеба». И что? И что? Это Матаджи прогнала меня. Правда. Пойдем, пойдем. Иди снова туда, иди в тот дом. Нет, я туда больше не пойду. Иди, у меня есть план. Иди туда же и подойди к той же Матаджи, к той же женщине. И скажи, меня послали из дома твоего отца. Там готовится свадьба твоего брата. И меня прислали за тобой, чтобы отвезти тебя в дом твоего отца. Ради Бога, ради Господа, ты можешь врать. Ничего страшного. И он так и сделал. О, правда, воодушевилась жена, когда услышала. Она накормила его до ушей. И между тем пришел Лакшмандеша. Та начала ему рассказывать, о, мой брат женится. И Лакшмандеша посоветовал ей собрать все свои наряды, все свои украшения, чтобы та постоянно меняла свои одеяния. И она собрала все, что у нее было. Рамаджи Ачарья после того, как жена уехала, Рамаджи Ачарья предложил поклоны Господу и сказал, что с сегодняшнего дня я полностью принадлежу тебе. И на вскоре он принял саньяса на берегу Ананта Саровара, памятуя Ямануджи Ачарья. Перед фотографией Ямануджи Ачарья он принял саньясу и сказал, что с этого момента я полностью принадлежу тебе. И с этого момента началась активная проповедь. Я забыл рассказать один момент. Один случай. В то время Ямуна Ачарья был до сих пор на земле. Ядава Ачарья присутствовал на земле, и он до сих пор был жив, и он все больше боялся одного лишь имени Рамануджи Ачарья. Он был уверен, что этот мальчик займет лидирующее положение в вайшнавском обществе. Ямуна Ачарья до сих пор присутствовал на земле. Он понимал, что Рамануджи Ачарья займет лидирующее положение в обществе вайшнавов, и он хотел немедленно встретиться с ним. Прежде он уже встречался, но в обществе
духовного учителя того времени Лакшмандеши, Ядавачари. Итак, Ямуна-ачарья приказал одному из своих учеников сидеть в храме и петь стотру, которую написал сам Ямуна-ачарья, в определенное время. Каждый раз, когда в этот храм будет приходить Лакшмандеша, чтобы получить даршан, ничего не говори, просто воспевай эту стотру. Стотра Ратнавали. Когда Лакшмандеша приходил предлагать поклоны, он был... поражен такой молитве. Кто мог составить подобное? И тогда он спросил, кто написал эту поразительную стотру? Это Ямунаджи-ачарья. О, можешь познакомить меня с ним? И это стотру воспевал. Итак, тот отвел его к Ямуна-ачарье. Но случилось так, что в тот момент Ямуна-ачарье уже ушел из этого места. Лакшмандеша был, Рамануджа-ачарья был в отчаянии, так хотел встретиться с ним. Он начал горько плакать. Он предложил поклоны тому месту, где находился до этого Ямуна-ачарья. Но между тем произошло чудо. Вокруг было много людей. Когда Лакшмандеша Ямуна-ачарья показал жест с тремя поднятыми пальцами. И Лакшмандеша понял, что это означает. Три его желания не были осуществлены. Первое желание заключалось в том, что он хотел, чтобы люди Южной Индии начали следовать по пути бхакти, преданию. И он хотел создать самскары их в соответствии с системой Панчаратрики. И Рамануджа-ачарья сказал, я обещаю, что я устрою так, чтобы все глупые люди Южной Индии стали следовать пути Панчаратрики. То есть пальцы были, наоборот, жест был такой, что три пальца были сжаты, но когда Рамджачари произнес первое, вот эти первые слова, палец поднялся. Второе желание, второе заключение, обещание,
Раманджачарьи заключалась в том, что я напишу комментарий на Сиддханту. И затем второй палец поднялся. А третий, он сказал, я обещаю, что... Я объясню каждое слово Вишну Пураны, которое составил Параша Риши. Каждое слово, я дам комментарий на каждое слово. На день явления Прабхупады я расскажу о том, как один выдающийся в того времени профессор, лингвист, написал письмо Прабхупаде, что я один из выдающихся лингвистов, тем не менее, для того, чтобы понимать ваше, то, что говорите вы, ваши статьи, мне необходимо прибегать к помощи словаря. Итак, с того момента, по желанию Ямуна Ачарьи, Рамануджа Ачарья начал проповедь. Таким образом, он дал три обещания исполнить желание Ямуна Ачарьи перед его телом, когда он уже оставил этот мир. Канчапурна сказал, что если вы хотите понять значение мантры, глубинное значение, в деталях постичь его смысл, то есть Канчапурна получил инициацию от Ядава Ачарьи. Он сказал, что Гоштхапурна знает глубинное значение мантр, которые ты получил, которые были получены им от Ямуна Ачарьи. Но тем не менее, 18 раз он отвергал его. Он говорил, сегодня у меня нет времени. Сегодня нет 18 раз, когда... То есть все это были проверкой. Все это было проверкой, но после того, как Раманджачарья прошел эту проверку, он решил раскрыть им таинство мантры, даровать ему мантру. Сказал, но ты должен пообещать, что ты никому не расскажешь эту мантру, никому не дашь эту мантру, никому ее не передашь. И Раманджачарья согласился. Когда он получил ее, в присутствии 74
людей. Он закрыл все двери и окна и громко произнес эту мантру. Услышьте, примите эту мантру. Узнав об этом, Гоштхапурна был настолько разгневан, что сказал: «Ты отправишься в ад. Я же сказал тебе, никому не говори ее». А Рамануджачарья, сложив руки, смиренно сказал: «Хорошо, я такой никчемный человек, отправлюсь в ад, и это будет правильно, так мне и надо, но я хотя бы 74 человека спасу, а они отправятся на Вайкунху». Услышав, поняв настроение Рамануджачарья, он понял, что им двигали благие намерения, руководили благие намерения. Если так много людей получат спасение благодаря этой мантре, то я готов отправиться в ад. На самом деле, впоследствии Гурудев стал очень доволен. Он понял, что он сделал это из благих намерений. Когда Рамануджачарья начал давать инициации, кто получил первую инициацию? Куреш. Вторую получила мать Ядава Ачарья, этого негодяя Ачарья. Затем Говинда, двоюродный брат, и затем Ядава, сам Ядава Ачарья, получил инициацию. И даже саньясу. То есть так может изменить такой вайшнав. Вспомните историю с Расиканандой, который смог изменить умонастроение слона. Но ситуация такова, что мое я хуже, чем дикое животное. Если со мной не происходит изменения, несмотря на то, что я уже пришел в соприкосновение с великими преданными. Однажды Рамануджачарья принимал Чаранамриту божества, но между тем одна женщина предложила поклоны якобы и проколола ему ногу. Проколол ногу Рамануджачарья. Слава Рамануджачарьи распространялась очень быстро. И многие майвади хотели убить его. Кримиканда, злой царь в Южной Индии, He wanted to convert Ramanujacharya
from Vaishnavism to Shaivism. But when Kures got information, он хотел, чтобы Рамануджа Ачарья изменил, перешел с вайшнавизма в шайваизм. Для того, чтобы спасти своего духовного учителя, Куреш одел одежды Рамануджа Ачарья и предстал перед царем. Тот спросил, кто ты? Я Рамануджа Ачарья. Садись, сейчас будет дебат. Ты должен участвовать в споре между нами и вайшнавами. В конце концов, Куреш победил, но этот царь был очень разгневан. Либо измени свои слова, имеется в виду, либо измени свои... То есть откажись от своих слов, или мы убьем тебя. Но тот не согласился. И они выкололи, царь выколол, то есть слуги царя выкололи глаза Куреша и выбросили его за пределы государства, королевства. Но каким-то чудом он дошел до Гуру Падападмы. Рамануджа Ачарья был поражен, когда увидел своего ученика, обнял его, что произошло. И он взял его и привел к Барадраджу. Сказал, «Прабху, для того, чтобы защитить твои интересы, мой ученик, мой сын ослеп. Он сделал так много служения, помоги ему, теперь ты ответственен за него». И Барадрадж пролил свою милость, и Куреш обрел особые глаза. Особые глаза, при помощи которых он мог видеть прошлое, настоящее и будущее. Так Рамануджа Ачарья широко проповедовал и написал одну очень важную книгу под названием «Прапанна Дживанамритам», которую опубликовал Шридхар Госвами Махарадж. И мой Гуру Махарадж часто ее цитировал, говорил мне, «Если хочешь узнать о бхакти, читай «Прапанна Дживанамритам». Вторым обещанием было создать Бодаян Башью, комментарии. Вчера я говорил о том, что Мадхва Ачарья является проповедовал Шудда Двайтаваду. А Рамануджа Ачарья Вашишта Адвайтаваду. В Кашмире находится Сарада Питх. Шанкара Ачарья. И там, в том месте, хранились Бодаян Башья. Рамануджа Ачарья дошел до Кашмира и начал просить об этом писании, чтобы ему дали его. «Я лишь хочу взглянуть, пожалуйста, позвольте мне
Нет, нет, здесь нет этого писания. Но я слышал, что у вас оно находится в вашей библиотеке. Но ему не позволяли. А что же делать? Я так долго шел, и теперь мне уходить с пустыми руками. Ночью божество, полубог по имени Шарада лично принесло ему эту книгу. Он сказал, бери и уходи. А где-то сказано, что сам Нрисингхадев принес. Но так или иначе, он получил эту книгу. Ночью он взял книгу и вместе с Курешем они побежали оттуда. Очень быстро бежали, по сотни километров в день пробегали. Потом это на самом деле была библиотека Майвади. И в один момент они поняли, что книга похищена, и поняли, это наверняка они своровали. Отобрали сильных среди них, 3-4 человек, и послали. Отыщите их, отыщите и отберите книгу, верните ее назад. В конце концов, они настигли Рамануджачарью, забрали Бадайан Башью. Рамануджачарья думал, Бхагаван, благодаря твоей милости я заполучил эту книгу. Я хотел написать комментарии на нее и зарыдал. Куреш сказал, не плачь, Гурудев. Я все запомнил. Запомнил. Ты когда спал, я все читал и запоминал. Правда? Ты запомнил? Я в точности запишу все, что там написано. За 4-5 дней я справлюсь. Ты серьезно? И да, действительно, он так и написал. Так написал, как будто бы фотография. Рамануджачарья был так счастлив, благословил своего ученика. Рамануджачарья написал много книг, много комментариев. Для того, чтобы понять, что хотел дать нам Рамануджачарья, необходимо погружаться в философию. Он был выдающейся личностью в то время. Очень значимой личностью, очень могущественной. И он практически истребил Майваду того времени. Был очень высоким, очень сильным, с огромными тилаками. Натха Мандире, в читании Мадхи, Парампаджипат Мадхава Госвами Махарадж, установил изображение. Рамануджачарья сейчас очень редко можно встретить.
Нужно сказать пару слов о Вишиштха Адвайтаваде. Кому поклонялся Рамануджачарья? Лакшми Нарайне. Он проповедовал, что Брахма един и уникален. Вишиштха Двайтавада. Между тем, Брахма Чит, Чинмой, Джива является Чинмой, Ачит значит материя. То есть смысл в том, что вся материя, все, что в этом материальном мире, исходит от Брахмы, происходит от Брахмы. То есть существует четан и ачетан. Но в конце концов, все это вечно существует. Тем не менее, творение порой исчезает, а порой проявляется. Он сравнивает это с паутиной паука, когда он после того, как сплел паутину, вбирает назад нить. Итак, мы не отличны. Брахма является абсолютной истиной, все дживатмы и материя вечны, творение порой видимо, а порой исчезает. Рамануджачарья говорит, что материальный мир и чидатмы, неважно в какой форме, в форме животных или людей, как мы знаем, материальный мир — это воплощение майя. Но, как объясняет Рамануджачарья, майя также исходит от Бхагавана. Шактиман, тот, кто обладает шакти, и сама шакти не отличны друг от друга. Все проявления в материальном мире, все, что проявлено здесь, дживы, тела джив, все это проявление Брахмы. И в действительности, если рассматривать это с такой точки зрения, в этом нет ничего неправильного. Но то, как объясняют это майявади, абсолютно ложно, абсолютно неверно. Нам абсолютно неинтересны их доводы и объяснения. Рамануджачарья, помимо всего, объясняет шакти-татву и делает это не так, как майявади. Брахма обладает шакти, и он дает объяснение этому.
So Ramanujaya anyway went to confess Shakti Tattva. It's very vital. So when Mahaprabhu came, Mahaprabhu wanted to reconcile. Когда пришел Махапрабху, он хотел примирить все четыре сампрадая. И он хотел примирить, то есть... То есть Махапрабху хотел довести до совершенства философию четырех сампрадай, так, чтобы они пришли в полную гармонию между собой. Итак, мы возносим молитвы Рамануджачарьи, чтобы он даровал нам могущество, силу. Он необыкновенен, он Рамануджа Ачарья. Если разделить его имя на части, Рам Ануджа Ачарья. Что же означает его имя? Рам Рамачандра, Ануджа младший брат, то есть Лакшман, указание на Лакшмана, а и Ачарья. То есть Рамануджа Ачарья пришел сюда от Лакшмана. То есть он воплощение Лакшмана. И мы молимся ему, его лотосным стопам, чтобы он пролил на нас свою милость. Мы глубоко любим его. Наши выдающиеся ачарьи, Шрила Прабхупад, Бхактивинода Тхакур, выражали почтение всем четырем, всем четырем ачарьям. В Пури, в Чайтанья Матхе, есть изображение всех четырех ачарий. И мы выражаем почтение всем им. И Шрила Прабхупад также установил изображение всех четырех ачарий в Адья Матхе. Не забывайте шлоку, с которой я сегодня начал. Для того, чтобы четко видеть все, что происходит в нынешнем обществе, если у вас есть сила, вы должны иметь в виду, вы должны совершать свой собственный баджан. Не нужно выискивать недостатки в окружающих. Вопрос, почему Рамануджачарья принял такого гуру, который изначально... Почему Рамануджачарья принял такого гуру, такого негодяя, как гуру? Нет, в действительности он не был его гуру, он просто он получил инициацию, как я в дальнейшем сказал, у подлинного ачарьи. Это просто была лила, и в действительности он не являлся его подлинным гуру, он просто изучал веданту под его руководством.